Маску скорби продолжают реставрировать. На мемориале появился тепляк, в котором ведут работы. Также специалисты занимались благоустройством территории. Готовы лестницы, бетонные площадки, ограждения, освещение. Это обошлось городскому бюджету примерно в 18 миллионов рублей. Кроме того, нужны были большие средства, чтобы заняться самим мемориалом. Я благодарен губернатору, что он нашел денежные средства, привлек социального партнера. Мы подписали тройной договор между музейным комплексом города Магадана, фондом социального партнерства области, и исполнителем работы является компания «Запсиб Газпром», которая вот сейчас как раз ведет всю подготовительную работу. Я думаю, что срок, который обозначен сегодня март, он очень сложный, но сами они определили, что именно концом марта будет работа сделана, и тогда уже тепляк будет разобран, и в лето мы войдем продолжением работ по благоустройству территории. Вы видите, еще вот памятные знаки лагерей нужно будет поправлять. Как отмечают специалисты, трудиться работники будут вне зависимости от погодных условий, ведь тепляк станут отапливать. Слой краски снимут, покрывать больше ничем не будут.